Мы сейчас находимся в русле реки Сухая. Нам показывали видос, как здесь неслась вода грандиозным потоком, унося булыжники. И мы здесь проезжаем на нашем Хайлюксе вперед и вперед навстречу с вулканом. Это Камчатка, суровый край, здесь земля медведи, настоящий рай. Едят они рыбу, ягоды туристов. Действительно, боевое оружие. На случай нападения медведя убивать мишек нельзя, да? Мы просто должны его напугать. Кухины, баты, подвесные мосты. С ружьем здесь даже девушки на ты. А на Камчатке все в порядке, все нормально. Ты снимаешь, как мы наблюдаем медведя? Да. А на Камчатке все в порядке, все нормально на Камчатке. Камчатский город мечта, его пыли турист захлебнется навсегда. Здесь клиренс не понт, это необходимость. Дайте сурфа, мне нужна проходимость. Это Камчатка, начало-начал. Здесь рыбным промыслом живет камчедал. Крабы, икра, рыба, гейзер, вахтовки, еврашки, оффроуд, вулканы, грунтовки. А на Камчатке все в порядке, все нормально на Камчатке. А на Камчатке жизнь в порядке, все нормально на Камчатке. Стой!